tests. То есть вы видите примерно 1%, 1 на 100 образцов. Почему так получилось? Почему эта цифра увеличилась? По двум возможным причинам. Первое, потому что мы начали получать больше гемолизованных проб. И я не думаю, что это так было. Нет, разные есть возможности. Почему? Может быть, мы стали лучше обнаруживать просто присутствие гемолиза, наличие гемолиза. Я уверен, что именно поэтому мы видим это число большим. Вот между этими двумя периодами мы ввели автоматизированную проверку для того, чтобы можно было бы найти гемолиз в образце. А до этого периода все это делалось просто в виде визуального осмотра. Понимаете, мы смотрели по цвету в лаборатории, мы смотрели, как из центрифуги образец этот вынимался, и мы смотрели, есть розовый, если розовый, то гемолиз. Это раньше мы так делали. А потом мы ввели автоматическую систему. Это такой специальный анализатор. Я уверен, что до этого мы принимали и, в общем-то, тестировали абсолютно добросовестно те образцы, которые не надо было на самом деле тестировать. Я потом скажу, почему. И если внимательно посмотреть, где именно в больнице гемолизованы такие образцы, в каких конкретных местах в больнице именно такие образцы оттуда получаются, как правило, отделение интенсивной терапии, как правило, в 2-3 раза выше число таких образцов из-за условий внутри этого отделения неотложной помощи. Персонал бегает туда-обратно, собираются эти анализы, и там пробы и так далее. Это, как правило, именно там такие пробы. Больше число. Я хотел бы также, чтобы мы все себе напомнили, что есть риски, когда мы, например, решаем, что мы отказываем этот образец. Ведь не все на самом деле отбракованные образцы потом замещаются. Вот посмотрите в моей лаборатории. За эти 3 месяца мы примерно 1000 образцов отправили назад. Мы задали себе вопрос, а мы получили другие образцы от того же пациента взамен тех отбракованных в ближайшие 24 часа? Второй вопрос был, получили ли мы замену в ближайшую неделю? И примерно половина отбракованных образцов в моей больнице вообще не были заменены в течение ни одного дня, ни даже 30% не было заменено даже в течение 7 дней. Так иногда причина в том, что состояние пациента может быть поменялось, и это может быть причиной того, что, может быть, запрос не существует уже, может быть, заявки нет, может, это был запрос до операции, мы отбраковали, но его прооперировали, кровотечения нет, и врач просто решил, что нет смысла возвращать или заменять образец. Но во многих случаях, мне кажется, отбракованные не были заменены из-за каких-то трудностей. Может быть, пациент перешел в амбулаторное отделение, может быть, уже пациент вообще вернулся, например, домой, может быть, вернулся, что-то произошло. Так что совсем не просто найти этого пациента, я имею в виду попросить его заменить там образец и так далее. Так что это ведь очень важно для ведения пациента. Это одно дело, но и, мне кажется, очевидным примером является следующее. Вот, например, МНО мы измеряем для того, чтобы измерить температуру по поводу антагониста витамина К. Если тест этот не проводится, некоторые пациенты вообще не получат корректировку дозы, которая абсолютно необходима для безопасного ведения такого пациента. Поэтому, если есть образцы, которые могут привести к неверным результатам, надо быть очень-очень осторожными. И, кроме того, помнить о том, как это делается. Я некоторое время посвящу гемолизу. Этот слайд не очень, может быть, хороший, но извините за это. Некоторые образцы плохо видно. Но, во всяком случае, это четкие, без всякого гемолиза, по крайней мере, невооруженным глазом. Здесь плазма, гемоглобин в плазме, поэтому К
красный, 1 грамм на литр, а здесь 6, а здесь 15 грамм на литр. И вы видите, что в моей лаборатории мы очень часто получаем гемолизованные образцы, вот такие, которые выглядят как этот, и очень редко такие, которые выглядят как так. Я ожидаю, что у вас примерно такие же проблемы. Это вообще универсальная проблема. Это всегда, всякий раз, когда этот вопрос рассматривается, как правило, так это все получается. Итак, это старые дамы. Те образцы, которые мы определили, они содержали красный цвет, помните? И там был гемолиз, помните? Так что это был отбракованный образец. Здесь уровень гемоглобина в плазме. Вы видите, большинство были примерно 1 или 2. Это вот такой вот розового цвета. А вот это очень красный, очень гемолизованный образец. Мы иногда видим и такого вида тоже образцы. Вот, собственно, то, что мы видим в реальности, в образцах наших пациентов. Я вернусь к этому чуть позже. А позже, когда мы будем обсуждать с вами те несколько случаев, где гемолиз не только присутствует в образцах, но гемолиз и инвиво в самом пациенте. Подумайте про аутоиммунную гемолитическую анемию или, например, реакции на трансфузии. Я покажу вам некоторые случаи у пациентов с анемией серповидной анемии, с кризисом, гемолиз у таких пациентов. Такие образцы мы должны принять, мы должны обязательно оттестировать. Это искусственный гемолиз, я скажу вам почему позже. Итак, мне хотелось бы показать некоторые данные по влиянию гемолиза. И гемолиз здесь был создан просто вот таким вот образом. Мы начали, во-первых, с цельной крови. Они были глубоко заморожены. Красные клетки все еще присутствовали, эритроциты. И вы знаете, что когда вы это проводите, то мембрана эритроцитов разрывается, гемоглобин выпускается. Это полезно на самом деле, но тому есть некоторые ограничения. Это полезно, потому что это позволяет добавлять определенный уровень повышенной концентрации. Это удобно. Я не говорю, в каких клетках и так далее. Это целая история. Мы об этом будем говорить. Но это полезно так проделать. Это обычный процесс, которым пользуются и производители, когда они пытаются смотреть на те вещества, которые могут мешать результатам анализа. И они создают, собственно, искусственно гемолиз, механически или какими-то другими способами. А вот некоторые данные. Посмотрите, протромбиновое время с двумя разными реагентами. Это производная фибриногена. Фибриноген определяется при анализе протромбинового времени. И в этом методе вы видите, соответственно, изменение оптических характеристик этого образца. И можете себе представить, гемолиз, красный цвет, это, безусловно, влияет на фотооптическое обнаружение. Я должен извиниться за это. Здесь другие единицы уже используются. Это миллиграмма на децилитр, поэтому в данном случае 10 граммов на литр. То есть мы в реальности видим очень многие образцы равны примерно одному. И можно также видеть, что нет никакого важного влияния на PTMNO, МНО протромбинового времени. И вы видите здесь производный фибриноген, и это прогрессирующая недооценка. Не так уж существенно, но во всяком случае присутствует в некоторых обстоятельствах, это различие может оказаться значимым. А это некоторые дополнительные тесты на ЧТВ, два разных реагента. Обратите внимание, здесь есть также эффекты, специфические для реагента. Надеюсь, я вас могу убедить, что эти два эффекта отличаются. Здесь некоторая прогрессирующая редукция, снижение в АЧТВ. По сравнению с фибриногеном Клауса, результат здесь, казалось бы, не меняется. Но вот в этом месте красный цвет, в общем, оказался очень таким превалирующим. И поэтому, если мы и получим результат, он точный, да, но иногда результата может и не быть. Опять-таки, протромбиновое время, в общем-то, остается неизменным. Посмотрите, тест этот неточный, соответственно, четкое ЧТВ, очень важный эффект. Вот здесь потенциал для, собственно, существенной недооценки фактора 13-го. Основываясь на этом, мне хотелось бы быть очень внимательным в отношении принятия таких образцов на фактор 13 и некоторое влияние на протеин С.
и протеин S, и некоторое влияние на антитромбин незначительное. Я уже упоминал, что мы можем увидеть иногда гемолиз в самом образце, который также и в пациенте. Вот, например, случай серповидной анемии. Это, конечно, очень красный цвет. Я уже ссылался на гемолитический кризис у такого серповидной анемии пациента. Можно, полезно, конечно, иметь в виду, что это может также повлиять. Но вопрос, собственно, заключается в следующем. Мы должны сами задавать вопрос. Если мы создаем лизат клеточный в лаборатории, добавляем к плазме, будет ли такой же эффект, как и то, что если бы произошло, если бы гемолиз искусственно бы происходил во время сбора и обработки образцов? Не думаю лично я, что это так. Но если подумать о причинах, почему именно образец становится гемолизованным во время отбора, во время обработки, то это, как правило, из-за трудности пункции вены, из-за тех условий, в которых этот образец находился. Может быть, кто-то очень агрессивно просто провел эту кровь через эту очень-очень маленькую иглу и так далее. Это может механическая гемолиз. И может быть, скажем, во время транспортировки что-то с этим образцом произошло от места отбора пробы до лаборатории. Это может вызвать гемолиз, но ключевым является то, что если есть какой-то интервал после того, как гемолиз произошел, до того, как образец анализируется, в течение этого интервала есть возможность того, что может быть образование сгустка начинается. Ведь получается, что образец в сущности инкубируется во время транспортировки после того, как какая-то активация произошла в этом образце. И когда вы смотрите ваши тесты на коагуляцию, вы видите что-то странное. Вы затем возвращаетесь к образцу, и потом увидите, что образец вроде бы нормально. Начинаете проводить тестик. По окончании, через 20-30 минут, теперь вдруг сгусток образовался. Так что эта активация уже началась во время транспортировки. Так что какие-то изменения произошли в этом образце. И все это зависит от места, где проводится анализ. Как долго этот гемолиз присутствовал. Образцы реальных пациентов, я думаю, отличаются от этих искусственных методов. Мы решили провести следующее исследование. Если образец поступает, мы его отбраковали из-за гемолиза, мы проводим исследование, но мы все-таки не выпустили эти результаты. Мы просим заменить этот образец. И если образец для замены быстро поступает, например, 4 часа, в течение 4 часов, мы считаем, что, вероятно, состояние пациента не так значительно изменилось за эти 4 часа. Ну, кроме, конечно, некоторых случаев, когда бывают изменения за такое короткое время тоже. Если замененный вот этот образец, в нем нет гемолиза, и это очевидно, то первый, отбракованный, вероятно, это просто артефакт. Поэтому мы проводим тесты по таким вот и смотрим, где был гемолиз, где был четко эффект замены отбракованного другим. Вот это некоторые данные, связанные с АЧТВ. И это было проведено с помощью, соответственно, реагентов. Здесь вот от Siemens и так далее. Вот на анализаторе, который здесь указан. Итак, совершенно открытая диаграмма, которая показывает вам, собственно говоря, различия. Ноль, в точке ноль, результаты одинаковые в этих образцах. Затем выше линии – это удлиненный АЧТВ для гемолизованных. Точки под линией – укороченный интервал АЧТВ относительно четкого образца. А вот это уровень, собственно, гемоглобина в плазме. Я думаю, вам здесь видны два момента. Очень много точек на очень много точек под. Изменения происходят в обоих направлениях. Искусственное удлинение, где фактор свертывания, собственно, потребляется и исчезает, и мы укорачивание, а здесь, собственно говоря, активация происходит. И тут ферменты в плазме, где, собственно говоря, АЧТВ, ну, все это прекрасно знаете, иногда мы видим очень-очень короткие АЧТВ, и иногда полезно посмотреть на образец, и сразу становится ясно, что это просто плохой образец, его нужно отбраковать, и по гемолизу это видно. Первое, иногда удлинено, иногда укорочено. Это не одинаково, это не последовательно меняется. Опять-таки, нет связи между степенью гемолиза и тем, в какой степени этот образец изменен. Это наиболее гемолизовано, никакого различия в АЧТВ, различие равно нулю. А самые большие различия, особенно небольшое количество гемолиза, нет никакой связи. И основываясь на этом, мы считаем, продолжаем отбраковывать любые образцы с гемолизом, которые, на наш взгляд, являются только гемолизом
в этом образце, отбракованный на основании тестирования на ЧТВ. Есть вот эти несколько цифр, я хотел проиллюстрировать эти результаты. Чистые образцы, у которых нет гемолиза, это то, что мы должны получать. Если мы это тестировали, если мы выдали этот результат, то мы видим, что здесь большие различия в обоих направлениях. Это будет неверный и ненормальный, излишне удлиненный. Это похоже, извините, здесь, например, драматическое сокращение, оно должно продолжать, это неправильный нормальный результат, это то, что мы должны избегать. Это сходные данные, связанные с INR. И это на мной не оказало число влияния. Здесь 5100. У нас был всего один образец, который сильно отличался, был неправильный и ненормальный, ложный ненормальный образец. Потому что если вы получаете неверный, ненормальный результат, может быть, есть риск ненужного дополнительного центирования. Это, не, по крайней мере, не создает опасность для пациента, в отличие от неправильного, верного результата. Дидаймер также влияет, акнеиды влияет. И здесь 4 образца, выбранные из 40 или 50. Это то, что вы должны были получить. Все нормальные результаты ниже точки отсечения. Если мы бы протестировали это, то мы бы имели ложное поднятие выше точки отсечения, и пациента могли послать зря на ультразвуковое исследование, что, в общем, не нужно, но не опасно. Поэтому изменение всегда в одном направлении. Если есть эффект, то это увеличение. Поэтому мы могли, можем также это использовать для интерпретации результатов. Фибринген Клауса. Очевидно, что здесь происходит. На остальное это не влияет. Вот и существуют различные анализаторы. Некоторые работают по оптическим характеристикам, когда свет направляется в плазму, и затем либо рассеяние измеряется. Затем есть анализаторы, которые работают по механическому принципу, когда, на которые оптические характеристики не влияют. Возможно, такие механические методы, на них, может быть, меньше влияет гемолиз. И мы знаем, что будут изменения. Если бы найти изменения, связанные с активацией и с использованием. И, соответственно, это также механические методы. Мы опубликовали недавно эти результаты. Здесь отвергнутый гемолизат и замена, которая была чистой. Здесь есть механическая конечная точка. Иногда получаем ложные верные, иногда ложные неверные результаты. И примерно 10 раз, 10% мы для ЧТВ мы должны отвергнуть также и защиту, полученную в результате механических тестов. И, наконец, несколько комментариев в отношении липидов. Если липиды присутствуют, то они также есть у пациента. Поэтому я не думаю, что мы должны отбрасывать образцы, у которых с высоким уровнем фосфолипидов. Но важно также понимать, какой эффект имеют эти липиды. Допустим, прибыло к вам в лабораторию несколько образцов. Тот, у которого самая высокая концентрация триглицеридов, и этот пациент находится на респираторе, в интенсивной терапии, и
это выглядит примерно так, как ваш пиджак, такой молочно-белый. И мы воспроизвели это, добавляя некоторые типы жиров в нормальные образцы и измеряли получившиеся кривые. Это система, которая работает с помощью проникающего света, и система, которая работает, простите, с рассеянным светом. Я понимаю, что А-150 также используется в России. 1500. Итак, 5 не дает эффекта. Если посмотрим на есть ли влияние того, на то, анализатор какой, проницающий свет или рассеянный свет. Он сокращает HDV. Соответственно, мы должны иметь это в виду, интерпретируя результаты. И мы не могли получить результаты жиры просто. Было их слишком много, чтобы сделать анализ. Мы должны принимать образцы, содержащие липиды, мы должны докладывать о них, мы должны знать об их влиянии. И я думаю, что очень важно это то, что мы сейчас можем определять на месте наличие гемолиза. Первые системы, которые это делали, они вот здесь представлены. Это оптические пики для различных веществ. Что делает этот анализатор? Он в большинстве случаев измеряет данную длину волны для измерения ЧТВ. И здесь у нас меньшее влияние липидов. Но если есть одна из ошибок, например, происходит в том, что в присутствии липидов, если это происходит, то анализатор автоматически переключается и использует другую длину волны, более высокую длину волны, уходя от того, от той зоны, в которой липиды могут помешать. То есть это по-прежнему может произойти. И это важный прогресс, и производители ответили соответствующим образом на это открытие и учли это при производстве своих инструментов. Это интересный случай. Вот это зеленое. У нас была дискуссия в лаборатории, когда это пришло. Мы думали, что это такое. Я не угадал, кстати говоря. Что вы думаете? Как вы думаете? Что такое зеленое? Один из моих коллег сказал, что это может быть связано с противозачаточными пилюлями, которые много лет назад использовались. Это казалось, что это контрастная среда. У пациента происходило радиологическое обследование и был наполнен буквально контрастной средой. Анализатор сказал, я не очень уверен, может быть, это липиды, но почему они были зеленые? На результаты, кстати, это не повлияло. Поэтому в плане механизма, в данный момент, первые анализаторы, которые таким образом работали, мы проверяли образец. Если вы знакомы с системой, то вы узнаете, что анализатор берется аликвота, и она используется для различных тестов на различных длинах волн. Образец, который оценивается, анализатор говорит, я могу видеть красный цвет, и есть система предупреждений в градуируемой в баллах от 1 до 5, где 5 выше балл. И есть несколько моделей, которые пока еще не используются в Великобритании, но они скоро будут производиться, которые проводят специфические тесты. Я думаю, что производители работают над этим. Это важно, потому что я показывал вам, что можно ввести пределы приемлемые гораздо выше. И вот это уровни тревоги, которые мы бы рекомендовали. Это результаты, полученные в Торонто. Вот это гемоглобин плазмы, который соответствует этим уровням. Вы помните, что 5 – это высший уровень. Примерно один из 20 образцов, которые подвергнуты гемолизу, один из 20 дает вот такой уровень.
Поэтому мы можем принять большинство. Так что гемолиз проходит примерно в 1% образцов и 99% из них, возможно, приемлемы. Но мы должны знать точно, какой образец отвергнуть. Поэтому очень важно иметь, чтобы все это было автоматизировано и онлайн. И фокусируюсь в основном на гемолизе, потому что я думаю, что это наиболее самая важная переменная, которую нужно использовать при анализе на гемостаз образцов. Потому что гемолиз приводит к различным изменениям, и меняется ПТ, меняется фибриноген. Уровень 5 только если нужно обозвергнуть образец, и ЧТВ достаточно низкий уровень, мало влияет на этот уровень. И мы не знаем, в каком направлении это будет изменение происходить, поэтому они должны, такие пациенты должны быть отброшены. Я хотел бы поблагодарить моих сотрудников, которые, Анита Оли нашла все данные, Юга Табучи также приготовил некоторые интересные данные, которые я вам показывал. Спасибо за внимание. Один маленький практический вопрос. Допустим, у вас идет операция в условиях искусственного кровообращения, и идет операция в условиях искусственного кровообращения. Как вы понимаете, нередко бывает гемолиз в этих ситуациях. Но нам надо знать все-таки коагулограмму после окончания операции. Что надо делать? Значит, если мы отбракуем этот образец, тогда у пациента операция закончится. После этого мы заменим этот образец. Это трудный вопрос, поскольку если эта вот замена прибудет, а потом вдруг там будет какое-то большое нарушение, то тогда информация, конечно, появляется для того, чтобы начинать принимать решение по поводу того, как вести этого пациента. Ну, например, то есть если коагулограмма потребуется, ее, конечно, нужно сделать. Но если мы говорим о ситуации хирургии, огромная проблема в Великобритании, я думаю, что во многих странах эта проблема существует. Обычно посылают, собственно, коагулограмму до любого, перед любой операцией, на мозги, на сердце, на где угодно. Но, тем не менее, все доказательства, которые пытались понять, как ответить на этот вопрос, говорят, что в сущности дооперационное удлинение АЧТВ – это очень плохой предиктор того, у кого будет кровотечение. И поэтому в рекомендациях, ну, какими бы они ни были, рекомендуют, что не нужно, как правило, проводить дооперационную коагулограмму. Скорее нужно попытаться найти анамнез, собрать должным образом, понять, что принимал и так далее. Это гораздо лучший предиктор. И тогда мы будем лучше знать, какой риск кровотечения. Мне вот у нас в истории есть специальный, так, у нас в нашей клинике есть такой, знаете ли, коэффициент, что называется, вернее, индекс, например, коагулограммы. То есть мы собираем по этому пациенту эту информацию, и тогда, например, скажем, болезнь фон Виллибранда, скажем, исключить и так далее. Это, наверное, один из чаще всего. А если 7-8, например, скажем, этот индекс, тогда такого пациента говорят, пока не будем операцию, давайте гематологам отправим, пусть они его исследуют, эксперты, а там будет видно. Вопросы, пожалуйста. Появились? А может быть, если мы не можем сделать коагулограмму при гемолизе, как у нас изменится тромбоэластограмма? Будут ли большие изменения в тромбоэластограмме при гемолизе? I'm sorry, could you repeat it in the translation? I was on the wrong channel. Пожалуйста, ваш вопрос, чтобы я не переврала. Будут ли большие изменения при выполнении тромбоэластограммы, если мы не можем сделать коагулограмму в условиях гемолиза? Yes.
Итак, вопрос по поводу эластограммы тромба. На него повлияет ли этот гемолиз? Потрясающе интересный вопрос. Лично я не видел никаких данных на эту тему. Я думаю, что если вы работаете с системой, это вот вы и проверьте. И я пока данных таких не видел. Я не знаю. Но мне, между прочим, я хотела бы прокомментировать. Все-таки, тем не менее, очень многие причины гемолиза, когда образец транспортируется после отбора до лаборатории, никак не повлияют на эластограмму тромба немедленно у постели больного. Поэтому я подозреваю, что, скорее всего, меньше, наверное, влияет. Мне так кажется. Спасибо большое.